Мне очень жаль. Я не хотел сделать ничего плохого. Это все человек в робе. Он заплатил мне, чтобы я положил эти вещи в бочку. Я не знаю, как его зовут. Его лицо было скрыто в тени. Он позвал меня вчера, когда я шел мимо маяка. Думаю, он живет там. Или жил. Он сказал мне, что покидает Анвил. Прости, но это все, что я знаю. Этот маяк, он находится рядом с городскими стенами. Я думаю, человек в робе жил там довольно долго, в подвале. Я не знаю, что происходит в этом подвале, но из-под двери, ведущей туда, просачивается ужасный запах, как будто там кто-то умер. Слушай, это все, что я знаю, правда. Может, Ульфгар Туманный Взор расскажет что-то еще? Он смотритель маяка, возможно, он сдал подвал в аренду. Поговори, поговори с Ульфгаром. У него наверняка есть ключ от подвала. Если ты хочешь спуститься туда, пожалуйста, отпусти меня. Просто оставь меня в покое, хорошо? Мне не нужны проблемы. Мои дети голодают. Здравствуй. Кто поможет старому нищему? И что тебе может быть нужно? О, да что ты? Из чего это вдруг я должен отдать его тебе? Темному братству? Хорошо. Хорошо, вот. Вот ключ. Только не убивай меня. Я никому ничего не скажу, клянусь. Если ты хочешь убить того парня, что сидит в подвале, то... Хорошо, я не буду звать стражу. Он занимается там неестественными вещами. Я слышал крики и этот запах. Мне не стоило сдавать ему этот подвал. Не стоило. Thank you.
Душитель, наконец-то! Не переживай. Кризис, что грозил темному братству, окончился. Я Аркуэн, уведомитель черной руки. Как видишь, мы разобрались с предателем Люсьеном Лошансом. Больше ты не будешь игрушкой в его руках. Похоже, Лошанс хотел отомстить темному братству. Уж не знаю за что. И использовал тебя для выполнения всей грязной работы. Но теперь мы можем начать все сначала. Я произвожу тебя в уведомители. Ты займешь место Люсьена Лошанса в черной руке. Поздравляю. Как ты знаешь, черная рука в тяжелом положении. Лошанс приказал тебе убить нас всех, нас пятеро, включая тебя. Это все, кто остался в живых. Что еще хуже, ты убил слушателя. Черная рука без слушателя — это как рука без большого пальца. И преемник слушателя тоже мертв. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как прибегнуть к древнему ритуалу. Мы должны пробудить мать ночи ото сна и просить ее совета. Между полуночью и 3 часами утра спроси меня о матери ночи, и мы отведем тебя в дом нашей леди. Только тогда начнется этот ритуал. Когда мы обвинили Лошанса, он пытался защищаться, пытался заявить о своей невиновности. Но мы не будем слушать лживых речей предателя. Как видишь, у него не было шанса противостоять объединенным силам черной руки, хотя мы сейчас и ослаблены. Тебе должно понимать, что нам нужно действовать тайно, под покровом ночи. Поговори со мной между полуночью и 3 часами утра, и мы отправимся в путь. Приветствую, уведомитель. Да будем мы вечно служить матери ночи. Наши проблемы почти закончились, брат. Скоро мы навестим мать ночи, и она, вне сомнения, наставит нас на путь истинный. Мы вчетвером напали на него одновременно. Это было так грациозно и прекрасно, как балет, блеск стали, потоки крови. Да пребудет с тобой Ситис. Ты как нечестивое видение. Такое прекрасное. Да будем мы вечно слушать. Дорогой уведомитель, когда тьма окутает империю, мы сможем отправиться к месту успокоения Матери Ночи и начать ритуал пробуждения. Мать ночи нужно пробудить, чтобы мы могли получить ее наставление. Дай мне знать, когда сможешь отправиться к месту ее успокоения. Очень хорошо. Да начнется путешествие черной руки во тьму, которую мало кто может представить. В путь! Мать ночи ждет! Вот мать ночи. Местные называют эту статую счастливой пожилой леди. Они понятия не имеют, какое счастье им выпало. Эта каменная статуя маскирует вход в самую почитаемую нечестивую святыню темного братства, склеп самой матери ночи. Через минуту мы начнем. Я произнесу заклинание, мы спустимся в склеп и будем просить аудиенции у матери ночи. Знаю. Происходящее могло ошеломить тебя, милое дитя. Просто следуй за мной, и все будет в порядке. Теперь давай посмотрим, что кроется в будущем. Нечестивая Матрона, мы из черной руки, и мы умоляем тебя. Яви себя нам, о великолепная мать ночи. Мы ищем твоего совета.
Кто позволил себе надругаться над могилой? Кто потревожил мой покой? Дрожайшая мать ночи, нечестивая дева, пожалуйста, мы молим о твоем снисхождении в час великой нужды. Черная рука ищет твоего совета и наставления. Ах да, я ожидала вас. Слушатель сейчас стоит на коленях перед Ситисом, как и его предшественник. Среди вас есть предатель. Предатель мертв, дрожайшая мать. Мы молим о твоем благословении. Назначь одного из нас твоим слушателем, дабы могли мы восстановить черную руку. Глупая девчонка. Люсьен Лошан верно служил Ситису. Довольно. До своего вы последнего все вздоха. За боль, что причинили мне. Черная я рука сквернена предательством. Ночи, и темное восстановление братство падет. Невозможно. Какое предательство? Предатель все еще жив. Это Матье Беламон. Не дайте ему добраться до Матери Ночи. Убейте его. Итак, наконец мы встретились. Я следила за твоим удивительным продвижением в темном братстве, дитя. Затем, как был убит старик Бенлин, как казнен был Адамус Филида, как были выслежены и погибли все члены семьи драконисов. Затем, как очищено было Чединхольское убежище, тебе, мелкой сошке, даже удалось в одиночку истребить половину моей черной руки. А, ты проявляешь стоицизм? Ты хранишь молчание, представ перед моим ликом. Твоя безмолвная покорность достойна похвалы. Если бы все мои дети проявляли такое же почтение ко мне. Видишь ли, я знала о намерениях Матье Беламона еще с тех пор, как он был мальчиком. Я знала о его жажде мести. Я могла бы сообщить об этом моему слушателю, но я не стала. Не стала поощрять некомпетентность. Ангалим был слаб. Да, я позволила Матье Беламону воплотить в жизнь его разрушительный план. И я же позволила тебе остановить его. Наш отец ужаса предвидел, что ты убьешь предателя здесь, в этом самом склепе. Тебя избрали. Ты будешь моим новым слушателем. Ты обладаешь и силой, и острым умом, и сердцем черным, как полночь. Ситис отметил тебя еще в момент твоего появления на свет. Безмолвный слушатель? Хорошо. Ибо пришло время осмыслить все, что случилось. И, пожалуйста, возьми из сокровищ этого склепа все, что пожелаешь. А потом заговори со мной, и я доставлю тебя в то единственное место, которое ты по праву можешь называть домом, в убежище Чединхола. Тебе предстоит очень большая работа. Когда ты окажешься в убежище, поговори с Аркуэн. Она будет тебе слугой и советчиком. С возвращением. Надеюсь, ты понимаешь важность своего нового положения, ибо ты скоро услышишь слова, которые изменяют жизни, изменяют судьбы.
Надеюсь, все, что тебе нужно было в моем склепе, уже взято. Ибо когда ты уйдешь, ты не сможешь вернуться. Итак, не пора ли начать новую жизнь? Очень хорошо. Сейчас начнется твое настоящее путешествие. Скоро мы станем очень близки. Ты и я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Однако, прежде чем я отошлю тебя, я хотела бы сделать тебе один особенный подарок. Я вижу, ты еще носишь с собой клинок горя, оружие, данное тебе Люсьеном Лошансом при первой встрече. Позволь мне высвободить его истинную силу. Увидишь, клинок горя стал несколько более эффективным, чем раньше. Теперь в путь. Служи нашему отцу ужаса до своего последнего дыхания. Уважаемый слушатель, я предлагаю себя в качестве твоего скромного слуги и гида. Пожалуйста, позволь мне ввести тебя в твою новую роль. Вот что я предлагаю делать дальше. Я останусь здесь и попытаюсь восстановить это убежище. Я начну набирать новых членов. Тебе же нужно заняться своими новыми обязанностями. Эта статуя в Бравиле служит связью между Матерью Ночи и слушателем. Раз в неделю тебе нужно навещать эту статую, говорить с ней. Тебе будут поведаны имена и города. Это люди, молившиеся Матери Ночи. Им должен нанести визит уведомитель, чтобы организовать чье-либо убийство. Тебе необходимо только посещать статую раз в неделю, узнавать имена и города и передавать сведения мне. Я буду здесь, в убежище. Делай это. А я буду передавать тебе часть недельного дохода убежища. Предстоит еще сделать столько работы, столько работы. Сжалься над старым. Приветствую, слушатель. Подойди поближе, и я расскажу тебе то, что тебе должно знать. Ибо люди опять молились Матери Ночи. Темное братство должно найти орка по имени Бурамок. Он нуждается в наших услугах, и мы будем только рады сделать ему одолжение. Твой уведомитель должен искать этого человека в городе Сентинель, на родине Редгардов, в Хаммерфелле. Теперь оставь меня, дорогой слушатель. Донеси эту информацию до твоего уведомителя, дабы воля Ситиса была исполнена. Слава нашему отцу ужаса! Итак, Мать Ночи сказала свое слово. Я позабочусь о том, чтобы оно было доведено до нужных членов нашей семьи. Ах, да, вот твоя недельная доля. Увидимся на следующей неделе, достопочтенный слушатель. Под твоим началом черная рука будет править вечно.